И это у нас Мне очень нужна. Кейт Майерс. Кому отвечать неизвестно, засеките звуки призрачной активности в микрофон, зажечь благовоние возле призрака и сфотографировать. Ну, в принципе, нормально, мы выполним это. Это мы можем выполнить. Блин, смотри. Куда? Короче, если мы фотографируем призрака, который видно его в этом в датчике движения, это считается как сфотографировать Вообще призрака? должно засчитаться, да. Я лоханулась в прошлой карте, конечно. Знатно, знатно. Так, а я задание забыла. А я забыла, где этот, посмотри, датчик. Ой, как он, как называется, не датчик, генератор. Он на первом этаже. Все, в гараже, значит. Да. Добрый день, мой любимый дом для отлетов. У тебя есть свой дом, у меня свой дом. У меня какой дом? У тебя деревянный. А, да. Зал. Твое любимое место. Я нашла его направление, он там. Я Я наш... засекла его через микрофон. Где ты его засекла? А еще я не взяла. Вот я вот в том направлении его засекла, вот это там. Еще у меня нету фонарика. А я это... Вот здесь. Вот здесь, кажется, он. Да, здесь температура падает. Я сфотал уже проклятый предмет. Слушай, надо все время брать этот направленный микрофон. Он сразу направление задает. И я ищу Константина. Константин найден. Оп. Теперь я ищу нычку. Я думала, ты про экзорциста. Но мы они. Мы они. Чего я что-то кинул? Да это не я. А где нычка-то? Дорогой мой. Где-то вообще можно спрятаться от тебя? Ну вообще у нас зеркало, мы могли посмотреть и там. А ну вон моя нычка. Так, я фотик здесь на входе бросаю, короче. Но он бы тогда нас грохнул, если бы мы посмотрели в зеркало, нет? Ну, может начаться атака, если зеркало треснет, но его можно, может, перестать смотреть, правильно? Я не умею, поэтому я ничего не говорю. Ну, Так, ты нашла кости и нашла зеркало, правильно? да. То есть нам уже не надо для ничего искать. Нет. Все, зашибись четко. Он то есть открывает постоянно. Ой, не туда, куда хотела, не могу. Так, нам тут надо дважды раскидывать все. Прихожая большая. У меня фотоаппарата нету, надо Он взять. лежит возле входной двери. Я думала про Хлебинского. Ты камеру брала? Видео? Да. Я Я всегда всегда с с собой собой беру. беру видеокамеру. Мы как обычно с собой. Он наступил на Он соль. ходил. Блин, я же ходила за камерой. А на входе, я же говорю, лежит. Я тебя половину не слушаю. Я в Спасибо. каком-то пространстве нахожусь. Я уже елку убрала. Блин, не успела. В лазере? А ну если Десолю сфоткала, типа, да, он в лазере был. Да, если опять банши, я повешусь. Лазер уже туда не нужен. А, надо вот это и вот это. Что-то притихло, Алена. Я сижу в засаде. Я думала, ты отвалилась уже. Какая тишина. Я бы сообщила. Мы же с тобой по Дискорду разговариваем. Если бы мы разговаривали в игре, тогда да. Тогда тишина была бы страшна. Ничего не трогал. Выдохнул. Что
лагануло, ну, что-то грузанулось. Призрачные огоньки будем искать или нет? Выключай свет там. Там холодок, проверь температуру. Минус. Они либо Юрей. Если не будет облачка, то это они. Если будет дергать двери постоянно, то это Юрка. Ну, здесь. Спасибо, что ты встала спиной прям в камеру в одну. А тут есть. А я с призрака сфоткала зато. Я видела, что он прошел, ты сфоткала в этот момент. Что у нас может быть? Подожди. МП5 может быть. Ультрика не будет. Записи в блокноте не будет. Радиоприемник. Либо огонек, либо МП5. Надо тогда, чтобы он что-то швырнул МП-шку взять. Не ходи на месте, ты меня пугаешь в этот момент. А, надо еще взять соль. Камера у тебя с собой, да? Че по рассудку? Че, призрачные огоньки есть? Есть. Есть огонек? Да. Это Юра. Минусовая температура. Ультрафиолет. Пошли. Ой, огоньки, ультрафиолет. Свечку ставить тогда. Да. Я беру свечку с собой и соль. Пошли фотать будем. Пойдем. Подожди, надо еще благовоние рядом с ним зажечь. Я буду благовоние жечь. Ну да, короче, у тебя будут спички, я поставлю свечку, зажгешь. Договорились. Все, свет можно включить. Так, следы на соли. Оп. Вот, возле блокнота я две кучки новых рассыпала. Ультрафиолет там... А, его не будет. Его не будет, зачем? А, так, у нас... Будет вообще-то. А ты фотик-то взяла или выкинула? Есть у меня. Фотой. Следы на соли, призрак, кость, следы на соли, следы на соли. Где свечку ты поставила? Возле блокнота. А я не вижу никакой свечки тут. Ну, посмотри, возле МПшки. Вот что это? Градусник лежит у тебя на камере. На видео. А, вот она, не вижу, нашла. Так. Господи, ты как голым сидишь на картонах. Так, что нам еще надо сделать? Ну, еще одну соль возьми, что ли, сколько у нас еще? Телефотография. Я несу еще соль. О, теперь я насыплю соль вот здесь. Оба. Что? О, дважды, а дважды. Ты так близко насыпала. Специально. И второй раз фото. Да. Ой, свечку потушил. Затушил. Слушай, да он такой прям щедрый парень. Вот сюда бы наступил, цены бы ему не было. Иди подойди ко мне, Юрей. Последнее фото осталось. Подожги свечку еще раз. Он тут зубными щетками раскидывается. Беру видеокамеру. Мне по благовонию рядом с ним зажечь. Так зажги его в комнате. Все. Должно засчитаться. Его пока нету. Да, я лучше, я хочу быть уверенной, что он здесь. Вот я увижу, что он тут стоит. Вот зажги. Сейчас приду и зажгу сама. Все приходится за вас делать. Приходи сюда. Он повалил штатив рядом с тобой. Фото штатив. Все, можно ехать. Да я уже зажгла давно благовоние. Ну я пока добежала. Что зря бежала? Угу. Неужели мы все задания выполнили? Прикинь. Прикинь, да мы профессионалы. Да ага, что-то кошмар пойдем, отлетим сразу. А вдруг нет? Так, я Юрия поставил. Нет, там рассудок не видно, сколько у тебя там. Призрак дебил.
У нас давно не происходит никакой дичи. Ну, что неинтересно, я Ты не уже знаю. отлетела. Ну, чуть-чуть отлетела. Чуть-чуть, Вот ну не хорошо, в считается. следующий раз я все бутылочки выпью, ты еще раз отлетишь.